знакомого, доброго. Так я протянула 9 вместе. Дальше у меня 5 петель. Лицевая. Раз, два, четыре, пять. И здесь снова накид. Одна лицевая, один накид. Снова. Раз, два, три, четыре, пять. И дальше видно, что здесь сани как бы сходятся два ряда. Там дальше у меня вот так вот эти три петли. Их нужно связать. Через вот эту готовую петельку. Видите, как получилось? Эта петля у меня оказалась сверху. Дальше я увязываю 5 петель с новыми лицевыми. 4, 5. И дальше снова 3 петельки вместе. Снимаю, продеваю вторую. Смотрим, чтобы у нас не выпало ничего. 2 последние вместе. И продеваю. Восьмой ряд изнаночными. Итак, 9-й ряд. С чего его нужно начать? Я провязываю одну петлю лицевую. И дальше я делаю накид. Здесь у меня будет формироваться новый листочек, вот так, сторона листочка, как вы понимаете. Дальше провязываю 2 петли лицевой. Раз, два. И после этого я вяжу петлю. 2 с наклоном влево, 2 вместе. Раз. Дальше. 5 петель. Раз, лицевых. Влево, снимаю, провязываю, протягиваю. Дальше 5 петель лицевыми. Раз, два, три, четыре, пять. И снова наклон.
схему. Далее вязание. Снова 2 петли лица. Раз, два. И 1 накид. То есть здесь я буду формировать тоже еще один листик. Снова ряд изнаночных. Надеюсь, что у вас получается что-то похожее. Итак, 11 ряд. Что мы делаем? Мы делаем лицевую, накид и 3 лицевых. Раз, два, три. И дальше 2 петли провязываем. Теперь у нас 23 петли лицевых, так как наш листочек сокращается. Теперь с наклоном вправо нам нужно провязать. Провязали. Снова 3 лицевых. Раз, два, три. Так. Накид. Лицевая, накид. Раз, два, три. Снова влево. Раз, два, три. Раз, два, три. Накид, лицевая. Все петли изнаночными. Так, 13 ряд. Лицевая, накид, раз, два, три, четыре лицевых, снова 2 петли вместе с наклоном налево, 1 лицевая, теперь 2 петли вместе с наклоном направо. Раз, два, три, четыре лицевых, накид, лицевые, накид, раз, два, здесь еще одну петлю изнаночную, чтобы узор чуть-чуть лучше смотрелся. Вот, так как справа, что он ложился, поэтому я думаю, что я здесь вытяну еще одну петельку. Сейчас я сделала чуть-чуть раньше. Я подумала, что я, в принципе, показываю схему. Yeah.
Итак, 15 ряд схемы. Первая лицевая. Дальше накид. Дальше 5 петель лицевого. Плюс 4, 5. Дальше 3 петли вместе с ними. После этого я провязываю лицевыми 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Снова 1 накид. Раз, снова 15 ряда наша схема полностью повторяется, даже так же, как и в первом ряду. Данный узор можно использовать при вязании как свитеров, кофточек, для узора на шапке. Если взять, например, тонкий мохер, можно связать отличную шаль. Вот такой узор. Всем спасибо за внимание. Пишите комментарии, ставьте палец вверх, если видео было вам полезным. Всем творческих успехов!